14 февраля епископу Видновскому, владыке Тихону, исполнилось 65 лет. Юбилей был отмечен торжественной службой в Свято-Екатерининском монастыре, где Тихон уже почти три десятилетия является настоятелем. Братья и прихожане поздравили владыку с днем рождения, пожелав ему здоровья и успеха в дальнейшем архипастырском служении. Среди тех, кто пришел поздравить епископа Видновского с юбилеем, глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и духовный наставник владыки митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Родился владыка Тихон в семье священника, и на роду ему было написано стать священнослужителем. После армии он поступил в Московскую духовную семинарию, а потом и в академию, которую успешно окончил. Уже почти три десятка лет он является настоятелем Свято-Екатерининского мужского монастыря. Эта обитель восстановлена и расцвела его трудами и усердием. За эти заслуги люди благодарны владыке. Дай Бог Господь ему долгих лет жизни и чтобы пребывало монахов в его обители, как бы чтобы не оскудевало. Дарить людям веру в Бога – такой непростой путь выбрал епископ Видновский. Однажды и на всю жизнь.